Добрый день, уважаемые партнеры, партнерки в Экомане. Такая тавтология у нас получается. Но замечу сказать, что это очень выгодная такая тавтология, потому что это дает возможность зарабатывать деньги. И какие деньги здесь есть возможность зарабатывать, мы с вами сегодня и изучим. Разберем, откуда же здесь деньги. Меня зовут Валерий Долгий. Сегодня этот вебинар мы проведем вдвоем с Юлией Долгой. Первая часть будет посвящена именно цифрам, именно задкам проведу ее я. А вторую часть уже как общаться с людьми, какие диалоги проведет Любовь Долгая. Так, технический момент для тех, у кого чат еще не знают, как сделать, чтобы чат бежал вместе с уведомлениями. Вот под нашими фотографиями есть чат и есть стрелочка, направленная вниз. Ее нужно два раза щелкнуть, а потом убрать крестик, перечеркнутую стрелочку. И тогда чат вам не нужно будет руками прокручивать, он будет автоматически подниматься вверх. Мы приветствуем вас с великолепного места. Мы сейчас находимся на Арабатской косе или Арабской стрелке, так это еще называют. Это побережье Азовского моря. Это такая территория, такая часть суши, которая протяженностью имеет около 100 километров в длину, а в ширину от 20 километров, и в некоторых частях она до нескольких метров сужается. Вот такая коса входит вот в море. С одной стороны у нас Азовское море, теплое, уже теплое, мы уже купаемся, а с другой стороны соленое озеро Сиваш. Вот такая здесь есть горячие источники и много других достопримечательностей. А теперь напишите в чате, из каких городов вы. Москва. Лана Вилова. Приветствую, Москву. Алла Павлова. Приветствую, Харьков. Минск. Приветствую. Глазов. Удмуртская публика, я так понимаю. Волгоград, замечательно. 5. Москва у нас, победитель Москва. Знаменск. Ростов-на-Дону, приветствуем, Ирина. Отлично, друзья. Вот великолепное чудо нашего времени, в котором мы с вами живем, это интернет. И он помогает нам, находясь вот в различных городах, и странах, да, местах, зарабатывать деньги, строить бизнес. Это уникальная возможность, которая позволяет вот именно жить в любом месте, где вам хочется. Ну, основная часть людей живет там, где работает. Вот они вынуждены жить там, где работают. И вот мы с вами, такая продвинутая часть человечества, мы с вами стремимся к тому, мы уже испытываем это удовольствие и с удовольствием передадим наши все знания и опыт, чтобы и вы путешествовали по миру, зарабатывали деньги, не были привязаны к одному какому-то месту. Это очень здорово, это замечательно. А еще одна фишка в том, что это не просто интернет-бизнес, который можно вести с любой точки мира, там, где есть хороший интернет. А это еще уникальная возможность участвовать в вот такой крутой, я бы сказал, уникальной партнерке и зарабатывать реальные деньги, которые здесь вот есть. И мы покажем, как их взять. А напишите, поставьте пятерочки, кто пришел зарабатывать деньги в интернете вообще. На партнерке в Экомане в частности. Отлично. А теперь давайте с вами еще поиграем в такую игру. А напишите, зачем вам эти деньги? Для чего они вам нужны?
Что вы хотите купить, может быть? Напишите, у кого есть кредиты, с которыми вы хотели бы рассчитаться. Сейчас вот боль человечества в странах СНГ в основном, это вот то, что люди берут кредиты, а потом кредиты на кредиты. Вот купить автомобиль, замечательно. Сейчас я чат сделаю побольше. Финансовая независимость для всей семьи. Хочу дом на море и большой город. Огород. Огород, ой, пардон. Ладно, пардон. Огород, хорошо. Подушка безопасности, да. Подушка из денег – это хорошая подушка безопасности. Пассивный доход. Ну да, пассивный доход. Зачем вам? Что вы достигнулись? Нормально жить на пенсии, путешествовать. Да, друзья, замечательно. Вот для этих всех целей нам нужны деньги. Мы уже вкусили эти деньги. У нас тоже были кредиты. И не один кредит. Мы успешно уже, наверное, года три, как рассчитались с этими всеми кредитами. Мы уже давно вздохнули свободно. Мы уже в прошлом году на 5 месяцев выезжали на море. В этом повторили свой рекорд, даже выехав раньше, чем в прошлом году. То есть все, дела идут все лучше и лучше. И потому что у нас с вами в руках есть вот такая уникальная возможность, это партнерка в Акамане, возможность зарабатывать на этой партнерке. И давайте мы с вами разберем подробненько, что такое партнерка. Вообще, что такое партнерка. Вот есть у нас программист, разработчик. Вот кто не знает, это Николай Прайс, который для нас создал и продолжает усовершенствовать уникальнейший инструмент, которому вот нету аналогов на просторах интернета. Мне очень всегда нравилось, мы вообще с любовью долго по жизни вот такие продажники, будем так вот сказать, то есть продавцы. Мы любим продавать, но нам нравится продавать необычные эксклюзивные вещи. Вот мы себя чувствуем и хотим, чтобы передалась и вам вот наше вот это вот чувство, такие необычные. Да, памятник надо ставить полный рост при жизни. Абсолютно согласен на все 100% с вами, Лана. Есть у нас такой эксклюзив, это Николай, который дает вот такой эксклюзивный продукт. И ожидается еще выход дальше эксклюзивных продуктов. Мы уже знаем, а вы скоро узнаете. Вообще это будет, опять же, новый виток, новая ступень, новый такой вот скачок в нашем с вами бизнесе. Есть, друзья, потребители. Это потребители, которого при помощи этого инструмента люди зарабатывают деньги. Они делают свой бизнес при помощи вот уникального инструмента. Они нашли свою, так сказать, свое звание, да, и теперь им нравится то, что они делают, и они просто на этом зарабатывают деньги. А мы им предоставляем вот такую помощь, вот такой вот инструмент, потому что в интернете миллиарды людей, да, миллионы, и нужен инструмент, который бы, так сказать, отделил вот тех нужных людей, вот как раз это у нас есть. Это как если сравнивать, когда была золотая лихорадка, да, и миллионы людей ринулись на раскопки золота, то это были золотоискатели. Но в то же время были люди, которые им предоставляли инструмент. Те же кирки, лопаты, драги, там что там еще, все необходимо для того, чтобы найти это золото, откопать это золото, чтобы легче этого золота было найти. Это мы с вами. Мы с вами вот эти вот самые посредники между производителем, это программист-разработчик, и между потребителем, это люди, которые делают бизнес в интернете, им просто необходимы наши инструменты. Почему агент, я еще написал? Мы не просто посредники, потому что просто посредники — это, ну, такой вялотекущий процесс. А именно нужно становиться агентом, в переводе
там с латыни, наверное, по-моему, если я ничего не ошибаюсь. Это вот как возбудитель. Мы возбудились сами от этого инструмента. Он нам очень нравится, потому что он массу дает преимуществ. Как он может нравиться, облегчает труд человека в интернете. Да? Мы возбуждаемся сами, агенты, мы возбудители. И вот этот энтузиазм, это возбуждение, мы даем, хотим мы этого или не хотим, если мы действительно искренне возбудились, то мы хотим или не хотим, мы передаем это возбуждение тем людям, с которыми мы общаемся. И происходит чудо, происходит таинство продажи, я бы так вот сказал. Люди чувствуют на каком-то уровне, что да, действительно, мы заведены, мы горим этим, нам это нравится, значит, это действительно работает, да, как говорится. И, значит, они тоже хотят, потому что они тоже понимают, что в интернете в наше время вот просто пальцем не накликаешь. И партнерка у нас такая, стоимость этого сервиса, сервиса VK Money, она состоит 2000 рублей. Вот это чистыми. Если вас спрашивают, сколько стоит партнерка, вы всегда говорите 100 плюс вот те расходы, которые берут платежные системы, там какой-то процент. То есть ровно никак не может она стоить для потребителя. Поэтому сразу определяйте, чтобы человек рассчитывал, что как минимум там 2200, 2, максимум 2300 должно быть на счету, чтобы справиться с этими процентами, потому что они берут за это деньги, они дают нам благо, нам никуда бежать, в очередях стоять, в кассы какие-то оплачивать. Мы кликаем мышки, это все отправляем, мы получаем, поэтому это нормально. Но стоимость сервиса вот 200. Есть себестоимость продукта. Это цена производителя. Она на сегодняшний день составляет 840 рублей. Вот эти цифры, они зафиксированы, и мы разговаривали с Николаем Прайсом, с Александром Сафроновым. Они не будут колебаться, они будут, даже если будут колебания какие-то доллара, а мы не привязаны к доллару, видите, да, мы привязаны к рублю, и они не будут. Поэтому, ну, что входит в стоимость, себестоимость продукта, чтобы вы понимали, это сервера надо оплачивать, да, антикапчу, ну и так далее, все расходы, плюс заработок, естественно, человеку, который создает это все. Это тоже нормально. И есть вознаграждение, которое поступает в агентскую сеть. Обратите внимание, что в агентскую сеть поступают с этих 200-100 рублей 1260 рублей. Это 60% от стоимости сервиса. То есть вот такая у нас щедрая партнерская программа. Она имеет 6 уровней. И вот на эти 6 уровней агентской сети распределяется 1260 рублей. Кому это уже нравится, поставьте семерочки. Да, это классно. Это суперовски. Если мы чьи-то вопросы пропустим, то вы потом их продублируете, мы ответим на них тоже. И, друзья, вот я написал здесь, чтобы выйти на бесплатный режим с подарками. У нас партнерка, она расположена на таком агрегаторе партнерских программ QWERTYPAY. Там очень много разных продуктов, да, партнерских программ. Это просто как место для расположения. Это как вот взять, если какой-то супермаркет огромный, да, и вот в нем очень много разных отделов, бутиков. Вот один из этих бутиков — это наш, это отдел VK Money. Здесь чем хорошо, что здесь не требуется обязательных платежей, то есть никто вас не заставляет, чтобы участвовать в партнерке, нужно обязательно купить этот продукт. И нету ежемесячных каких-то, то есть нету вступлений в эту партнерку. В эту партнерку может вступить любой и каждый абсолютно даром, абсолютно без денег. Но я хочу сразу нашу команду, вас, нацелить на то, чтобы вы все
мы все с вами были агентами, мы все с вами были возбудителями. И чтобы мы с вами, надо это, не надо покупать, надо покупать, по большому счету, надо покупать в Экомане, надо вникать в его настройку, надо его настраивать, если кто-то думает, что ну, я вот так вот как-то вот, так смогу продавать. Да, вы сможете продавать. И у нас есть уже, вот буквально сегодня даже был случай, когда партнер пригласил, не оплатил еще сам в Экомане, пригласил человека, а тот уже оплатил. Классно, партнер заработал денег, все заработали денег. Но настоящий агент, настоящий возбудитель – это тот человек, который сам действительно пользуется этим продуктом. Это вот правильно. В этом вот исток, от этого идут истоки вообще на уровневых партнерах. Это тогда, когда человек использовал продукт на себе, вот сам на себе использовал родном, ему он понравился. Классно, он освободил, в частности, говорить о нашей партнерке, освободил кучу всего времени, он начал уделять ей больше семье, ну и так далее. Вот как мы путешествовать, жить там, где хочется, а не там, где работаешь. Да? Он испытал это на себе, и ему это легче предложить другим. Первое, почему легче? Вот цена вообще даже не смущает, потому что сам купил. Вот сам купил, если я купил, да, за 200, значит, и ты, ну, есть по-любому люди в интернете, которым это тоже недорого. Вот первое, в основном, новичков вот такое замешательство, когда они начинают говорить о цене. Так вот, когда партнер вышел из клиента, который сам купил и сам использовал, то тогда этот вопрос снимается, и продвижение идет намного быстрее. Поэтому надо пользоваться. Второе. Есть у нас такая возможность выйти на бесплатный режим, то есть вот в подарок получить расширенную версию. И для этого те люди, у которых есть в первом уровне, или не в первом вообще? Нет, в первом. В первом уровне есть 4, да? Четыре человека активных, которые купили партнерку, вы вправе уже претендовать, вам разработчик даст расширенную версию в подарок. Кто хотел бы в подарок получить от разработчика расширенную версию, поставьте восьмерочки. Это нормально, мы все любим подарки, а расширенная версия это вообще класс, это не 5 аккаунтов, это 12 аккаунтов можно заряжать. Вот уже получились, которые поздравляем вас, молодцы. 12 аккаунтов заряжать можно, сразу в 3 группы приглашать. Сразу скажу, что вот расширенная версия, она дополнительно стоит 600 рублей. К 200 еще 600 рублей. Но с этих 600 рублей... Партнерка здесь не работает на 600 рублей. Партнерка работает только на 200. Чтобы вы понимали, и у вас вы смогли легко ответить на вопрос вашим тем, которые будут интересоваться, есть заработок от расширенной версии. Нету. Но она дает возможность в 3 раза, да, почти в 3 раза увеличить свою производительность. И есть возможность получить в подарок. Так вот, я призываю вас запланировать, поставить уровень. Почему 5? Опять же, классная тема, и нам она очень нравится. Мы работаем с вами в сегменте бизнеса B2B. Бизнес для бизнеса. Да? Есть производитель, а есть бизнесмен. И мы между ними. Вот эта модель называется B2B. Так вот, статистика в модели бизнеса B2B, она 80/20. То есть, если у вас будет 5 клиентов, да, то 4, 80% от 5, это 4. То 4 будут пользоваться этой программой, делать повторные заказы. Чем еще классно и отличается эта модель от бизнеса B2C, бизнес для клиента, там наоборот, там 20/80. То есть из
пяти первичных, да, вот четыре, только 20% остается, то есть один только остается как бы постоянным клиентом. А здесь вот смотрите, какая классная тема. У нас вот прям синергизм вот этих всех преимуществ. Мы просто с вами обречены, так сказать, на успех. Кому и это нравится, поставьте девяточки. Отлично. Супер. Вон сказ девяточек. И это неспроста, друзья. Потому что это на самом деле мы заявляем вам, мы испытали это. Вам просто остается след в след с нами идти вместе. То есть ступать по тем рекомендованным следам, да, которые проделали мы. Итак, смотрите, да, посмотрим на занимательную такую математику. Что у нас? Вот шестиуровневая партнерка. Вот справа процентное содержание этой партнерки. Процентов. Значит, первый уровень имеет у нас 30%. Смотрите, тогда, когда вы поставили цель и реально пришли к этой цели, 5 человек в первом поколении, понятно, что это дает помимо подарков, да? Помимо подарков, дает, что вот 5 человек от каждого вам, как первого поколения, приходит 600 рублей вот этого агентского вознаграждения. Вот то, что поступает в сеть. Вот если у вас 5 человек, то 5 умножить на 630, вот с первого поколения 3150 рублей есть такая возможность зарабатывать, имея вот просто первое поколение. Но здесь очень важно не просто самому быть хорошим продавцом, хотя это приветствуется. Вы можете, 5 вас никто не ограничивает, вы можете 6, 7, 10. Соответственно, вот если 10, да, это в 10 раз больше, это 31 500. Классно, классно, супер. Но здесь очень важно, чтобы не просто вы зарабатывали, а и зарабатывала сеть, которым вы рекомендуете эту партнерку. И тогда во втором поколении, если оно повторит вас, тогда, когда оно повторит вас, то есть у каждого из этих 5 появится еще 5. Во втором поколении будет 25 человек. Со второго поколения это 14% выплачивается в сеть. 94 рубля составляет. И если мы 25 умножим на 294 рубля, то мы получаем сумму 7350 рублей. Неплохо. Десяточки поставьте, кому неплохо. Вот хотя бы 2 уровня. Отлично. Но у нас 6 уровней. В третьем уровне вот эти вот 25 человек, мы помогаем им тоже, чтобы и они, каждый вышел на вот такую расширенную версию. У него тоже было 5 человек в первом поколении, и он дальше рос по вот этой карьерной такой лестнице. И когда эти 25 повторяют, то в третьем уровне уже 125 человек. Да, понимаете, это принцип рычага, да, это уникальная такая возможность, которой мы с удовольствием пользуемся. Третье поколение это 6%, что составляет 126 рублей. И уже в третьем поколении, с третьего поколения вам приходит 15 750 рублей. Далее. Процесс продолжается все, ну как, под копирку, все. Ну, нужно делать одни как бы и те же действия, но постоянность этих действий, она приводит все больше и большему заработку. Проверено, действительно так это и есть. Значит, четвертое поколение 5%. 125 человек повторит вас, у каждого появится по 5 человек. В четвертом поколении образуется 625 человек. Вознаграждение в рублях 5% это 105 рублей. Вот 105 на 625 это уже, друзья, смотрите внимательно, уже 65 625 рублей. Да? Казалось бы, проценты внизу уменьшаются, вот уменьшаются, но благодаря вот этому
правильному построению сети, а здесь это возможно достичь, потому что это все повторяемо. Вот когда это все повторяемо, тогда и правильно строятся сети. Но опять же, подбираются люди, которые способны повторить это, способны настроить программу, способны пригласить людей, способны обучиться этому, как это все делается. Итак, пятое поколение – это 3%. Это когда 625 упетерили свое количество. То есть каждый всего по 5. Вот не надо много, опять же. Главное, чтобы сеть выстраивалась. И люди зацикливают, что вот только 5. Главное, чтобы сеть росла в глубину. То в пятом поколении уже 3125 человек. 3% составляет 63 рубля. И заработает 196 875 рублей. И наконец у нас шестой уровень, всего-навсего 2%. По той же схеме люди увеличиваются в прогрессе. Это 15 625 человек. 2% составляет 42 рубля. И заработок, друзья, шестого поколения, есть такая возможность получить 656 250 рублей. Теперь поставьте, не знаю что, 11 скептики, которые скажут: ну, конечно, это же все на бумаге, это действительно, это все теория, это действительно... Ну, есть такое, но достичь этого нереально. Да, я с вами полностью согласен. Скептики Валентина Васильева, Татьяна Кузнецова. Молодцы. Скептицизм – это неплохое, кстати. Точно нереально. Да, согласен. Друзья, всего получается вот в 5-6 уровнях у вас получается 19 530 человек. И при идеальных условиях развития этой сети, я подчеркиваю слово «идеальное», ну, если сравнить, да, с земледелием, да, мы посадили что-то, идеальное солнце, идеальное тепло, идеальный полив, ну все, ни к чему, все на 100%. Да, тогда мы выходим суммарно, вот 6 поколений, почти на 1 945 тысяч рублей. Но так в жизни не бывает. И в этом нам не дали соврать наши скептики. Вот те, которые не побоялись. Молодцы, спасибо. Надёр, запаришься, естественно. Если следовать след в след, мы как бы не сильно-то и запариваемся. Вот сейчас сидим на побережье, да, и делаем бизнес, и в то же время живем там, где нам хочется. Но это не важно. Давайте мы, как скептики, вот поделим все на 4. Вот в жизни так не будет идеально, чтобы вот все прямо вот поколения выстроились и так далее. Вот мы эти 19 530 человек разделим на 4. Потому что, ну, всякое, да, запарился там, кто-то выбыл, кто-то прибыл. Еще такое. Работать надо, и все станет реально. Первого всегда трудно, потом проще и легко. Да, потому что опыт, потому что вы как первый раз. Вспомните, кстати, ваш, какие профессии у нас здесь присутствуют. Пишите, кто какую профессию учился, на какую профессию. Главбух, пожалуйста, ладно. Еще. 21 человек. Парикмахер. Вот интересно, первый день парикмахера, я бы вообще не пошел бы к такому парикмахеру. Инженер-механик, учитель, инженер-конструктор, замечательно. Швея. Теперь вспомните ваш первый рабочий день. Вот вы отучились, да, вы получили вот первый рабочий день. Как вам было? Напишите свои чувства по первому рабочему дню. Вспомните его.
неуверенно и страшно. Совершенно верно. Как в детсаду, как дурак. Забыли все, что было в институте, работу сказали начальник, да. Сомнения. Точно такая вот зеркальная ситуация и у нас с вами, когда мы первый раз вступаем в какой-то контакт, когда мы первый раз помогаем человеку в платежной системе разобраться, первый раз запустить, помогаем программу. Но с каждым разом это все становится легче и легче, да? И потом уже парикмахер смотрит прямо вот как виртуоз, там кто там, инженер-строитель, там вообще здание возводит, и ему уже ничего не страшно, ничего он не боится, потому что он получил опыт. Да, попробуйте поднять воздух самолет в первый раз. А уже второй, третий и так далее, это легче и легче и легче. Точно такая же ситуация здесь. Так вот, исходя из реальных условий, это если дождь, холодно, плодородная почва, то есть неблагоприятные условия. Вот мы делим все на 4, получаем почти 5000 человек. Кому это кажется более реальная картина, поставьте 12. Вот не 19 тысяч человек, а 5 тысяч человек. Совершенно верно, это уже как бы попроще становится. И, друзья, вот и, соответственно, мы и 945 тысяч делим на 4. Не бывает идеальных условий. И мы выходим с вами на заработок в 236 тысяч 250 рублей. Пардон. Назад уходит на слайд. Сейчас, секунду. Пошел. Пардон. Перескочили, сейчас я назад отмотаю. У нас еще много интересного, хотя уже полчаса прошло. Что ж такое? Вот этот. Друзья, кто из вас захотел выйти на доход 236 тысяч рублей в месяц? Поставьте 14, 13 не будем ставить. Двести тридцать шесть тысяч 250 рублей. Вот 13 с восклицательными знаками. Можно и так, да. Конечно, мы люди не суеверные, мы понимаем, что везет тому, кто везет, да. И под, так сказать, лежачий камень вода не течет, или говорят, что мы. Спросите у новичков, говорит, кто-нибудь из них продал хоть одну программу за месяц. Ну вот я сегодня, вы, наверное, опоздали, Юрий. Я сегодня приводил пример, что человек, еще сам не пользуясь программой, я не знал, этот человек, который пригласил новичка, сам новичок еще не пользовался. Вот, пожалуйста, Наталья, мы вас все поздравляем. Вот герой дня сегодняшнего. Вот сама, когда вы пришли к нам в бизнес и знакомились, и вот Елена Рака, 8 человек в первом поколении, пожалуйста. То есть новичок, ну, все здесь есть система. Главное привести новичка и пустить его в наш чат, в нашу бочку с огурцами солеными, чтобы он тоже засолился. Вот тогда все случается.
Юрий. А если вы сами пытаетесь где-то, то у нас бизнес командный, мы командно здесь строим бизнес. Отлично. 30.05. Сегодня у нас 9.06. Вот, пожалуйста, вам новичок. Вот, пожалуйста, вам система. Вот Наталья тоже говорит, что была, когда была новичком, продавала, и теперь и они продают. То есть научила и продавать своих людей. Это индивидуальная работа и командная работа в чатах, на вебинарах и так далее. То есть четко, главное условие, четко следовать рекомендациям тренера, который точно знает, как привести вас к результату. Есть. И теперь, друзья, очень много интересует людей, как вернуть вложенные деньги и начать бесплатно пользоваться продуктом. 15 поставьте. Есть, Юрий, возможность обучения. Обратитесь к тому человеку, который вам рекомендовал эту партнерку. И вливайтесь в команду, и все вместе мы идем к намеченной цели. Смотрите, цели у всех разные, но мы все вместе идем к вашим намеченным целям. Есть такие люди, которые хотят понять, как вернуть вложенные деньги. Почему я на это заостряю внимание? Я опять же настаиваю, не обязательно покупать партнерку, продукт в ЭКО-мани, сервис в ЭКО-мани, систему в ЭКО-мани. Но я рекомендую ее купить, даже если у вас нет денег. 2100 рублей, не такие большие деньги. Это одно. Я бы вообще даже рекомендовал, вот кто серьезно пришел, да, заниматься этим бизнесом, я бы рекомендовал взять взаймы, и не просто взять на один месяц взаймы, а взять и оплатить годовое пользование сервисом в ЭКО-мани. Во-первых, у вас будет год для того, чтобы выйти на хорошие заработки, у вас не будет болеть голова, что следующий месяц надо оплачивать, а денег еще не заработал, мало ли что. И вы получите еще и скидку от производителя, оплатив вот таким образом на год вперед. Так. Кто содержал офис, 200 это доступно. Да, офисы вообще баснословные цены. С помощью ВК-мани мы же и будем из новых клиентов. Совершенно верно. У нас вот опять же все это закручивается в один моток, в один клубок. Так вот, чтобы пользоваться бесплатно этим сервисом, задача номер один. Купи себе ВК-мани. Если он уже есть, я вас поздравляю. Кстати, давайте поставьте плюсики, у кого уже есть в ЭКО-мани, и минус, у кого еще нет в ЭКО-мани. Отлично. Вот видите, больше плюсов. Сомневающихся нет. В основном. Расскажите, пожалуйста, про годовое использование. 10%, вот 12 месяцев вы умножаете на 200 и от одной суммы вычитаете 10%. Это временно, я думаю, Валентина Васильева. Банкоматы не работают. Есть другие особы, есть картой, есть Яндекс.Деньги. А, ну, в банкомат тоже, наверное, Яндекс.Деньги надо заводить. Ну, там в этой партии около 50 реальных способов для оплаты. Это не вопрос, то что, ну как, другой выберите способ и оплатите другим способом. Не теряйте время зря. Чем быстрее вы включаетесь в это дело, тем быстрее у вас происходит результат. Второй вариант есть на заработанное, но это дольше, друзья. Те деньги, о которых мы с вами говорили, это, ну, если в долларах, это около 3500 долларов. Вот вы просто оттянете, если вы будете сначала на заработанных.
у вас не будет того азарта, у вас не будет того оптимизма, заряда, вот, который присутствует у человека, который восхищен продуктом, который он пользуется. На этом базируется успех. Так. В смысле покупать на год, если от четырех? В смысле? От четырех партнеров это программа дополнения, расширенная версия без победы. А программу надо оплачивать ежемесячно 2100 рублей. Смотрите. На заработанное в партнер поколение, мы уже с вами это прошли, 630 рублей. Вот у вас есть человека, 4 рекомендации, которые использовали вашу рекомендацию, купили программу. Вы заработали уже 2520 рублей. Программа стоит 2100 или 2520. Вот 420 рублей у вас уже вы уже в чистую прибыль. Так, карандашик хочу зачеркнуть. Вот. 420 рублей чистая прибыль. Вы уже со своего кошелька не заплатили. Вы заплатили теми деньгами, которые вам пришли от партнеров, которые по вашей рекомендации приобрели программу. И уже в плюсе 420 рублей. Вот я вам скажу, программа с приходом каждого партнера по вашу первую линию все, стоит все дешевле. 200, да? Один партнер пришел, оплатил 630. Уже следующая оплата у вас меньше на 630. То есть деньги вот эти заработанные пойдут на оплату следующего. Второй пришел уже меньше на 1260. Ну и так далее. И когда 4, вы уже в плюсе. Вы уже своих денег не выкладываете, а используете заработанное. Расширенная версия это 600 рублей, доплачивать не надо. Итак, друзья, что, давайте вопрос по моей теме. Что непонятно по партнерке? Функционалу кабинета на QWERTYPAY мы с вами на следующем занятии проведем мастер-класс, чтобы вы понимали, какие кнопки нажимать, где что можно посмотреть. А именно по вот этой теме, которую мы с вами вот прошли за 44 минуты. Вопросов нету, наверное, все понятно было. Действительно все понятно, потому что здесь все очень просто. И что нужно делать, чтобы зарабатывать на партнерской команде? Вот первое, это пользоваться сервисом, как мы уже с вами выяснили. Активно пользоваться сервисом. Вплоть до того, чтобы занять деньги и купить и пользоваться этим сервисом. Проплатить на год и пользоваться этим сервисом. И второй компонент, который очень важен, архиважен, это разговаривать с людьми постоянно. Причем разговаривать с людьми не на какие-то темы, как там погода, природа и так далее, а именно от того, что, над чем вы, как сказать, то, что вам нравится. А нравится вам использование сервиса в команде. Вот эти разговоры, они и ведут к построению вот таких вот сетей, они ведут к заработкам, они ведут к осуществлению вашей мечты. И о том, как же разговаривать с людьми, расскажу вам не я, расскажет человек, который не теоретик, а практик, которого, ну я не побоюсь сказать, это лидер продаж партнерки в Экомани. И давайте мы с вами поприветствуем этого человека восклицательными знаками. Это Любовь Долгая. Привет, друзья. Так, я вас долго не задержу, потому что мы с вами эту тему будем разбирать, и еще не один раз мы будем разбирать отдельно.
Сегодня мы именно поговорили о том, что есть у нас шестиуровневая партнерка, да, и по вопросу диалога. Я хочу сказать вам некоторые ошибки диалогов, и, возможно, это даже одна самая большая ошибка. Ну, для новичков. Вы добавляетесь, пожалуйста, в чат, который называется «Заработок на партнерке ВК Money», по-моему, или «Партнерская программа ВК Money». Вот есть у нас такой чат, и мы в этом чате оставляем все диалоги, с которыми мы работаем. И вот у нас сейчас последний такой диалог. Я вам после вебинара сброшу для новичков, если у кого-то нету такого диалога. Значит, что мы делаем? Если мы обращаемся к людям, которые появились у вас в новых друзьях, мы заходим к ним на стену и мы смотрим, если у него есть что-то касаемо бизнеса, любого бизнеса, это может быть MLM-бизнес, это может быть какие-то, например, парикмахерские услуги, это может быть ателье, это может быть швейка. Ну, то есть он что-то свое продает, продвигает, да, это могут быть инфопродукты, какие-то вебинары. Вот. Если у него что-то есть, если вы понимаете, что он что-то из перечисленного продвигает, значит, вы пишете ему такую фразу. И вот эту фразу вы не просто набираете каждый день и каждый раз, а эту фразу вы отправляете через такую программу, которая называется Punto Switcher, и ней очень удобно работать. Мы туда забиваем какое-то слово, которое ассоциируется, ну, например, с первой фразой. Вот у меня А1 – это первая фраза, да, и написано, я ставлю в этой программе, вернее, набираю в сообщении А1, и программа автоматически выдает «Приветствую вас», и даже здесь после слова «вас» запятой перед знаком восклицания стоит курсор автоматически, очень легко. Я тут же пишу имя, да, например, Ирина. Видела вашу публикацию на стене, есть пару вопросов, будет минутка свободного времени, напишите мне. И люди, которые занимаются бизнесом, они, конечно же, откликаются на вот такую тему. Вторая часть, это у меня, например, там B1, сказали, да, у меня есть время свободное, что вы хотели, какие у вас вопросы. Я пишу, рада знакомству с вами, спасибо за ответ, вижу, вы активно занимаетесь бизнесом, продвижением и рекламой. Я могу сделать этот процесс эффективнее, а именно, у меня есть возможность ознакомиться с вашим предложением 15 тысяч интернет-пользователей в месяц, именно вашу целевую аудиторию. Вас заинтересовало мое предложение? Если человек говорит «да», то вы ему говорите, это автоматизированная система по организации продаж и рекрутинга. Если я вижу, что он не занимается MLM-бизнесом, я слово рекрутинга убираю. Это автоматизированная система по организации продаж для малого и среднего бизнеса в социальной сети ВКонтакте. И у вас есть возможность протестировать эту систему. Внизу под видео есть кнопка «Тестовый период». Нажимаете на эту кнопку и в сообщении пишите «Хочу тестовый период». Либо вы можете, ну это у меня такая страница захвата, да, мы вам можем сделать такую страничку. Либо вы можете написать, если у вас нет такой странички, что у вас есть возможность протестировать эту систему. Посмотрите 10-минутное видео. И вы дописываете, что равнодушных после просмотра не было. И отпишитесь мне, есть тестовый период, вы можете написать, что хочу тестовый период. Все. Вот таких три фразы вы отправляете. И ошибки какие дальше? Все замечательно, все хорошо, все идет великолепно. Но после того, как вы отправили три фразы, вот здесь я вижу ошибку самую большую. То есть люди делают примерно 90% работы. Так, я вернусь назад, чтобы вас не сбивать, и вы не читали это. Вот. Люди делают примерно 90% работы своей, и они не дожимают клиента. То есть надо дожать клиента. Надо привести его к какому-то действию, друзья, обязательно. И если клиент молчит, вы не стесняйтесь спросить у него. Вот
вы ему что-то написали, да, написали, что посмотрите видео, и он молчит. Вы сами спросите, ну как, посмотрели видео? У вас получилось посмотреть видео? Человек отвечает там, да, получилось. Вы спрашиваете, хотите тестовый период? Вот, человек отвечает, например, да, хочу. Понимаете, если вы спрашиваете, получилось посмотреть видео, а он молчит, вы через время спросите, вы тут? Вот, можете вообще приколоться, сказать, у вас все нормально, вы там живы? Вот, они сразу же реагируют на вот такой вот прикол, когда спрашиваешь, все нормально, вы живы? Говорят, да, 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 все нормально. Если на первое сообщение молчат, не, я не дожимаю. Продолжаем. Если на первое сообщение молчат, я не дожимаю. Дожимайте его на третьем сообщении. То есть, что его там жать, если у него нет свободного времени? Вот, третье сообщение, когда вы ему отправили, то тогда дожимайте. Я даже на втором сообщении не дожимаю. Я у него не допытываюсь, вам интересно это будет? Ну, что сделаешь? Мне интересно. И какие ошибки? Ошибки какие? Так, есть звук у вас? Угу, хорошо. Значит, ошибка в том, что надо человека, друзья, какое-то ему действие, чтобы он сделал. Надо человека тут же выводить. Вы у него спрашиваете, скажите, вам интересно? Ну, посмотрели видео? Да, посмотрел видео. Хотите бесплатный тест этой программы? Да, хочу. И дальше вы ему прям... Что такое? Не крути ничего. И дальше вы ему прям заявляете, что... Вот, знаете, в форме такого, ну, приказа, что ты будешь делать сейчас. Вы ему прям говорите, что... Я сейчас вас добавлю в чат для тестирующих. Для этого выйдите, пожалуйста, на связь в Skype. Вот мой Skype. Дайте свой Skype. Вот прям вот так вот ему пишите, если еще не вышли. Вам нужно будет создать рабочие странички и выложить ссылки на них в чат. После этого вам будет предоставлен тестовый период. И когда вы даете человеку четкую инструкцию, что ему нужно сделать, то чаще всего он так и делает. А когда вы его оставляете в раздумьях, то чаще всего он сливается. Поэтому, друзья, после третьей фразы, если вы ему дали третью фразу, вот вы сделали 90% работы. Мы еще поговорим о том, на следующих занятиях, как... Вообще легко запускать человека на программу ВК Money. Прям вот, ну, 80% людей покупают эту программу, если я им все подготовила. Вот. И нам остается давать именно только фразы. Все. Работать только фразами. И если вы еще автоматизируете ваш бизнес на фразах с помощью программы Punto Switcher, то, ну, скажем так, час-два часа в день работы, и вы всегда будете с деньгами. И даже очень хорошими деньгами. Так, вот Наталья пишет. Сказал, хочу, дала эти три пункта и тишина. В Skype не вышел, значит, пишешь дальше, что... пишешь так и так, что привет, мы с вами общались. Вы тут? В Скайпе. Хорошо, если он в Скайпе. На Скайп можно навести и посмотреть, когда последний он раз заходил. Может, он в Скайпе заходит. Вы знаете, что на Скайп можно навести на его имя, фамилию, да, на звездочку его Скайпа, и посмотреть, когда человек последний раз был в сети. И если, может, он добавился в Скайп и больше никогда не заходил. И можно ему писать, хоть записаться. Поэтому надо идти
надо идти, ну, где там вы его увидели, да, и идти в соцсети и опять же написать, что ты здесь, выходи на связь в скайпе. Ага. И не забывать, что каждый день обязательно должны быть новые, 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 новые и новые люди. Это просто вот обязательно должны быть новые люди. Смотрите, если он молчит, вообще есть такая фраза, ну, какую-то одну себе фразу придумайте, запишите, да. Есть такая фраза, вы ему говорите, например, пишите, что там... Иван Иванович, я вчера на вас потратила время, рассказала вам суть системы, да, или написала суть системы, добавила вас в скайп-чат, а вы молчите. Ну, по крайней мере, это как-то вот так вот нехорошо, ответьте что-нибудь, да. Все, и вы добьетесь, то есть сделка закрывается в любом случае, не бывает, ну, должна закрываться сделка в любом случае, да, вот. Только иногда она закрывается в вашу пользу, иногда не в вашу пользу. Но, ну, лучше вот так вот написать, сказать, что вот я вам вчера рассказала, да, я время потратила, вы мне хоть ответьте, отпишитесь, пожалуйста, да и все, и дальше пошли. Но, друзья, всегда номер один, всегда в приоритете это новые люди, это новые контакты. То есть не забывайте дожимать старых, те, которые уже три сообщения вы им отправили, да, но и новые, они всегда в приоритете, новые. Вот, со старыми можно работать, ну, можете им какой-то там отзыв, кстати, отзывы, если вы видите в чатах, и сами всегда давайте, когда у вас что-то хорошее происходит. И когда вы видите в чатах отзыв, вы обязательно его копируете, этот отзыв, и даже не то, что копируете, а делаете скриншот. И вот таким людям, когда кто-то пишет, о, у меня появился клиент, или у меня две регистрации. Вот прям вчера, по-моему, два человека писали в чате, что у них регистрации, у них там что-то с помощью программы происходит. Вот такие отзывы надо собирать. И, конечно, когда у вас что-то происходит, вам тоже надо, ну, давать отзывы, не сидеть и не молчать. Вот. И вот такому человеку, который сидел там, замолчался, да, вот ему раз и отправил скрин. Вот, пожалуйста. Так, не показывает. Ну, это по скайпу надо проводить просто отдельное занятие. Не показывает скрин последнего пребывания. Ну, давайте сейчас попробуем быстренько поставить, показать, показывает или нет. Ну, сейчас, одну секунду. Я покажу и все. Сейчас запустится мой рабочий стол. Ну вот, давайте посмотрим на кого. Вот вы наводите, видите? Вот я навела. Медел Шинтасбаева. Не в сети написано. Последний раз была в сети 13.05.18.07. Вот. Последнее событие 15 часов тому назад. Это я ей отправила поздравление с днем рождения. Вот. Все. 13.05. Последний раз была в сети. Вот, Владислав, наводите. Просто мышку ставите. Не нажимаю, ничего. 17 часов тому назад был. Вот. Нет на месте, 17 часов, да? Вот так вот все, все очень просто. Все, друзья, на сегодня мы заканчиваем с вами. Хорошо? Добавляйтесь те, кому интересно зарабатывать на партнерке в Экомане, добавляйтесь в чат, потому что именно основную информацию по заработку, все вопросы и ответы мы будем давать в этом чате. Есть другие чаты, ну, возможно, там люди, которые хотят только свой продукт продвигать, да, поэтому мы в эти чаты не пишем. И если вам интересно, то мы ждем вас в чате по заработку на партнерке ВК Money. Все, всем пока, всем привет. С вами были Любовь и Валерий Долгие.